Эй, давай, гусанек, прыгай! Ты же гусь, ты тяжелый! Нет! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Профит, Лидекс, Гусанек, Угабуга, Маквейт, Кирилл, Заварной Кофе. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Привет! Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика «Летающая платформа». И мы должны долететь на этой платформе до самого неба. И кто останется последним выживший, тот и будет победителем. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Полетела, полетела платформа! Летела, ой-ой-ой, сейчас надо будет она расшатываться, когда земля оторвется, будет жестко расшатываться. Так, я буду стоять, давайте посередине будем стараться стоять, когда она будет ровно лететь. А если мы все долетим до неба, мы что, будем все победители? Ну да, получается. Ну да. Тогда же лучше. Хорошо, тогда я буду всех мочить. Короче, если мы долетаем до верха и упираемся в потолок, будем друг друга мочить. Гусанек, мне тебя искренне жаль, что ты не взял аниматроника. Ха-ха-ха, я тебя первого убью. Так, мы уже сколько пролетели? А, нет, мы уже нормально взлетели, уже в пятиэтажку пролетели. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день и стараемся поднимать своими роликами настроение, тем самым продлевая людям жизнь. Если вы хотите с нами пообщаться и попасть в ролик, заходите в наш Дискорд. Тихо-тихо-тихо, она сразу начинает, видите, в другую сторону лететь. То есть надо заранее бежать наверх, не ждать, пока она наклонится. Видите, что вы делаете? Так, первая попытка у нас, ребятушки, не получилась. На самом деле, я специально, видите, не долетел до верха, как и вы все, да, наверное? Да. Так, я ее ставлю заново. Ой-ой. Так, я ее зафризил. Так, сейчас поиграю не аниматроником, а просто человеком. Посмотрим, легче мне будет или нет. Так, давайте, заходите, заходите все. Сейчас, застряли? Так, давай поможем. Спасибо. Все, полетели. Аниматроники. Ой-ой-ой, сразу оторвалась жестко от земли. Бежим, 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 бежим. Не, за человека прям тяжелее, ребята, как-то перемещаться по платформе. Да, вот поэтому я не ищу легких путей. Давай, сдавай, сливайся. Я так понимаю, что мы все участвуем в этой платформе, чтобы она не наклонилась. То есть каждый здесь играет очень большую роль, так как мы имеем большой вес. О, мы уперлись в дом углом. Отлично, чем мы летим в сторону? Это что, летающий корабль? Нужно просто вверх лететь, по идее. Надо по кругу бежать. Да-да-да, кстати, вот ты прав, сейчас ты точно сказал. Я так и делаю. Но когда начинает заваливаться на одну сторону, ее уже тяжело выровнять. Во-во-во, выровняли, молодцы, пацаны. Нет, 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 опять, нет. Опять переклонили ее. Знаете, что еще? Аниматроники очень тяжелые. Это тоже играет роль, да. Они, получается, очень сильно влияют на платформу. Прям сильно. Ну ничего, ничего, ребята. Мы все-таки полетим до верха, да? Конечно. Конечно, мы должны долететь в этом ролике до верха, по любасу. А давайте попробуем все поиграть за людей. Может, так мы затащим? Только давай. Все, полетели, давайте. Только эта платформа бывает жизни сносит. Ну ничего страшного, у меня 9000 жизни. 100 аниматроника осталось. Эй, давай, гусанек, прыгай. Ты же гусь, ты тяжелый. Нет! Да что такое, ребята, у нас в этом ролике очень тяжело как-то подняться на ней. Но мы сможем, да, пацаны? Да. По-любому должны смочь, по-любому. Так, ладно. Вы готовы? Сейчас, короче, буду опять за аниматроника играть. Оу, я не залез. Ну ничего страшного, все, ты в следующий раз полетишь с нами. Ну а что ты? Платформа не, это как автобус, все, тронулась, никого никто не ждет. Все, в этот раз, смотрите, прям хорошо получается у нас. О, я буду стоять по центру, чтобы мой вес аниматроника не сильно влиял. Все, чисто по центру, вот где шарик, это и есть центр. Нет, нет, все-таки надо как-то влиять. Еще медленный какой-то рахит. Так, сразу бегу в ту сторону, откуда она переклоняется. Так, так, так. Все, ребята, я понял тактика. Вот она. Выигрышная победная тактика. Бежать на завалившийся угол. Вот только начинает переклоняться, сразу туда бежим. Во-во-во-во-во. Отлично получается, отлично. Один слился. Нет, это я скушал, который съел. Так, сразу сюда, сразу сюда. Во-во-во-во-во. Отлично. Я чувствую, аниматроники, наверное, останутся на платформе в самом верху. Эй, ну опять, ну платформа, ну платформа, ну пацаны, вы не успели наверх побежать. Ну зато, Дим, ты последний летишь. Ну ничего, я хочу прям до верха долететь. Я думаю, что в этом ролике по-любому у меня получится. Для этого надо, ребята, лайкосик лупануть. Тогда точно мы долетим до верха, давайте.
Так. Готовы? Так, сейчас я возьму сразу подготовлю аниматроника, потому что я точно должен подняться. Давайте возьмем марионетку. Она не такая будет тяжелая. И она быстрая. Ну, кстати, это не та прям, которая быстрая. Так. Не мешайте. Мы просто сильно поздно начинаем бежать по углам. Надо прям заранее бежать. Ого, она расшатывается прям жестко. Должны игру просчитывать. Так. Я буду вот прям не буду до края бежать, буду прям ближе к центру держаться. Ого. О, немного выравниваем. Да, ее, кстати, можно выровнять. Нет. Ну что вы, пацаны, вы опять вот. Я заметил, вы прям только что были все в одном месте. И сильно начали поздно бежать. Надо взять, наверное, мне тяжелого аниматроника, чтобы я сильно влиял. О, а ребята, я знаю, кого я возьму. Он не слишком влияет. Не сильно влияет? Мне кажется, ты думаешь, они все одного веса? Да. Ну я зато очень быстро перемещаюсь по платформе, я буду сильно... Ой, я застрял. Ой, все. Такой здоровый сиреноголовый застрял в шарике, это как-то смешно звучит. Ой, а чё я так колбасит? Нет, Дима. Да ну что, а чё она? Ну чё? Что ты? Нет. Зато Дима последний. Ты думаешь, что я повлиял на неё? Да ё-моё. Не, мне кажется, не я. Да не, я имею в виду, ты последний упал. Ну да, не, ну я хочу до верха долететь. Так, все, опять что попробую, ребята, за человека. Будем разные методы пробовать, но мы должны долететь. Сильно пацаны бегают по кругу, надо прям ближе к центру держаться. И от центра уже отталкиваться, выравнивать. Во-во-во-во-во. Вот, вот так сейчас, и все, и не сильно расшатывайте ее. Мы кругом летим, вам так не кажется? А все нормально. Давайте 4 человека по углам встаньте. Да, давайте. А кто-то должен выравнивать ее больше. И мы точно долетим, ребята. Ну, в этой серии мы должны долететь. Я тяжелый. Вы не стойте долго, вот только наклоняется, сразу бежите в другую сторону. Сразу, да, не стойте, не ждите, пока она наклонится. Осторожно, в центре шарик, у нас тут и аниматроники, и сиреноголовые, и разные все. Ой-ой-ой, отлетел. Об дом зацепились. Во-во-во, прям сейчас, ребята... Не, мы, кстати, выше, да, долетали, чем сейчас. Все, сразу назад бежите, сразу назад, да. Не ждите, пока наклонится. Во-во-во, мы опять ее начинаем расшатывать. Ну ничего, сейчас мы затащим, я чувствую это. Я кружусь по этому. По одному и ту же месту и почти выравниваю. Да, ты, кстати, молодец. Хотя гусь очень мало весит. Это прикольно бегаешь. Я сегодня много травы съел, должен был это весить больше, да. А гуси травы едят? Я думал, еще что-то едят. Может, сено, я не Ну все, гусь, ты не смог выровнять. Не смог. Нет, смог. Смог. Давайте. Нет. Опять все свалились в одну сторону, и все. Не получилось. Ты думаешь? Да не, никто не виноват. Виноваты мы все, потому что каждый влияет на ее выравнивание. Все, вставайте. Гусоник, бери, наверное, аниматроника, ты будешь выравнивать, потому что аниматроники реально тяжелее. Давайте каждый встанет по углу, и кто-то в середине. Все, вставайте по углу, я ее потом расфилижу. Давайте по углу, я буду пытаться бегать, выравнивать ее. В тот угол еще, во. Да, давайте, вставайте. Возьмите тогда все одного аниматроника. Да не, они одинаково, в принципе, весят. Все, давайте, поехали. Давайте попробуем так. Все-таки мы выработаем методику. О. Все, давайте, не бегайте, давайте стоять. Давай, все, не бегайте. Все, отлично. Отлично, ребята, мы летим. Давайте я делаю, вот так вы и стойте, а я буду бегать, выравнивать. Ой. Нормально, выровняем. Я заранее бегу, видите, стоим. Отлично, стоим. Только начинает заваливаться, сразу бегу в другую сторону. Вот как сейчас я это делаю. Отлично, ребята. Мы долетим, да? Должны долететь. Сразу в другую сторону бегите, сразу. Не ждите, пока она инерцию поймает. Кто-то от угла убежал. Давайте я буду стоять на углу. Ой, нет. Пойду. Ой, хорошо. Кстати, это самый большой рекорд по взлету. Мы выше еще не взлетали. Ой, блин, меня так колбасит, я сейчас как будто упаду. Нормально все, четко. Нет, все, мы упали. Нет, мы не упали, нет, не должны. Выравнивается, да? Выравнивается. Нет, упали. Да блин, да мы должны в этом ролике, ну по-любому должны взлететь. Дима должен один выравнивать, а у вас три человека. А сейчас? Это потому что все начинают бегать. Договорились, что будет стоять все по углам. Я вижу, от угла начали все отбегать. Мы не отбегали, нас самих отталкивало из-за того, что оно переклонялось. Ого, робот, а у меня, кажется, он поднимется. Что, все зашли? Я вижу, еще бегу. Давайте, погоди, пацаны, быстрее. Все, все? Да, еще нет. Так, робот. Мне интересно, робот сильно будет влиять на вес? Да нет. Нет, и не влияет робот.
Ой. Нет, влияет. Нет, что случилось? Влияет, влияет, робот. Ну ничего, мы летим. Только мы как-то вот в дом врежились. У-у-у. Так, робот, давай, мы в тебя верим. Да не, никак не влияет. Только как-то мы просто начали криво взлетать. Нет, нет, мы должны выровнять ее. Так я буду сразу... Не, я выпрямил, нормально. Отлично. Робот, он может по центру стоять и не ходить лишний раз. Да, кстати. А наоборот, у меня швец. Ай, нет. Не, короче, в это не надо робота брать, пацаны, не подходит он. Не подходит, потому что он аномально какой-то странный вес имеет. Все? Все встали? Нет. А чё? Все, вставайте по углу, давайте, вставайте по углу, пацаны. Так. А вы вдвоем... А давайте я буду реально пытаться выровнять. А вы втроем встаньте по центру. Сейчас посмотри, посмотрите, я смогу выровнять. Я смогу, я смогу. Даже можете не сомневаться. Во-во-во, пока что... Ай. Пока мисс хорошо все. Нас здание, нас здание выровняло. Мы в него врезались, и мы это нас выровняли. Это я понял, это хорошо. Пацаны, там в окно не надо никому хлеба передать. Да, да там вроде никто не заказывал. Говорю, стоять по центру, он бегает. Ну зачем ты бегаешь? Ну встань. Дима, блин, мы так никогда не взлетим с этими игроками. Дима, доставка будущего. Пока мисс хорошо, смотрите, я прям заранее просто бегу. Он только начинает наклоняться, я сразу бегу в противоположную сторону. Таким образом, я... О, смотрите, я прям выровнял плиту. Ай, блин, за жопу цепляюсь аниматроника вечно. Здоровые жопы поотращивали себе. Хлеб просто вкусный очень был. Я понял. Самолет хлеб подать. Нет, не переживайте, я выровняю. Да не бегите, вы сейчас только расшатаете ее. Ну, говорю, стойте на углу, пацаны, ну что вы делаете? Все, мы стоим. Да от угла ушли там, сейчас центр тяжести изменится. Все. Нет, нормально. Нормально, все, летим. Нормально, мы выровняем. А что у меня колбасит? Вот, избили. Нет, вот мы... Долетели, ой, мы ой, долетели. Ой. Это не верх еще. Мы должны выше тех небоскребов 2 штук взлететь. То я буду ближе к центру держаться. Так, сразу сюда. Да по кругу надо бегать, реально. Вот это прям хорошая тактика сейчас. Давайте, пацаны, сразу туда, сразу в противоположную сторону. Отлично. Отлично, ребята. Отлично. Нет, не завалюйся, плита, не завалюйся. Давай, Чика, ты тяжелая жопа металлическая, ты сможешь. Ты много кушала. Отлично. Ребята, зрители, ролик до конца, потому что мы на этой платформе в небо отправим бомбу. И взорвется, она взорвется в небе. Отлично. Пойдет. Хорош. А выравниваем. Живем. Нет, так это хорошо, знаешь, зато мы баланс ловим. Может, мы расшатали, но ловится баланс. Все, мы сейчас до неба долетим. Ребята, мы смогли. Мы смогли долететь до неба. Это верх? Здесь все, да. Смогли, да. Дима. О, давайте я же поставлю бомбу и проверим, она начнет это вниз падать или нет, стойте. Да. Давай самую большую. Не падает. А вот эту. Ой, бомба полетела, ребята, смотрите. 3, 2, 1, 0. А я знаю, что она отсырела. Просравшая, Дим, была. Так, сразу в другую сторону. Так, отлично, прикольно получается. Сейчас в хату врежемся кому. А уже все, походу, чуть-чуть врезались мы в хату. Ремонт кто будет оплачивать? Ты будешь оплачивать, ты виноват. Нет, мне не да. Ай, дом, из-за дома мы врезались! Из-за дома! Я еще на... Блин, да я был на плите. А это за то, ё-моё, что ты хату не хотел оплачивать. Как я обещал, мы сейчас, короче, будем запускать в небо бомбу. Это будет, ребята, очень быстрый этот полет вверх. Вы готовы? Сриживай. Красиво, чувак на стуле полетел. Ой. А бомбы попадали? Нет, бомбы полетели вверх. Ребята, сейчас будут эпические кадры. Самые красивые в этом ролике. Давайте, полетели. Ой. Сейчас еще должны взорваться, это не все. Вот, падает. Ой, беги. Ребята, мало взрывов, добавим еще. Ой. Я улетаю, посмотрим сдалека, как этот будет взрыв происходить. 3, 2, 1. Ой, скелет от меня один остался. Хотя у меня было 5000 жизней. В эпицентре взрыва побываю.
Если понравилась эта серия, вы хотите еще таких крутых рубрик, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и всем пока. Эй, что у тебя там с бомба? Просрала? Какая резиновая бомба?